Не дурацкая привычка. Я люблю, видимо, из своего советского детства, вещи люблю, вещи на носителях. Поэтому все фильмы, которые я смотрю, я покупаю, как правило, в магазине «Озон». Ну, иногда где-нибудь каких-нибудь на Курском вокзале. Хотя они там, наверное, не паленые уже. Вот, диски я тоже бы покупал, но они очень часто не успевают выходить, или их достать невозможно, поэтому я их музыку я зачастую качаю, потому что просто ее не продается. Если бы она продавалась, я бы тоже покупал ее на дисках. Книги я никогда не скачиваю и не ворую, книги я покупаю и читаю только в бумажном виде. Поэтому я честно оплачиваю, ну, когда могу, всегда оплачиваю труд своих коллег по ремеслу.